Привет, это канал I Like Pet, я Таня, а это пес Кей, и сегодня мы с ним будем рассказывать вам об обязательных элементах прогулки с собакой. Ну что, Кей, пойдем гулять? Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал, так вы не потеряете нас и всегда сможете смотреть видео о животных, у нас много интересного. А еще можно нажать на такую кнопку в виде колокольчика, тогда вы сможете самыми первыми узнавать о новых видео на нашем канале. Только убедитесь, что в настройках вашего смартфона разрешены уведомления от приложения YouTube. Это можно проверить в разделе приложения, который находится в настройках вашего телефона. Сложно найти собаку, которая не была бы рада прогулке. Для большинства лающих выгул это не просто возможность справить нужду, а целое приключение. Во время него лучшие друзья человека изучают окружающий мир, общаются с себе подобными, получают необходимые им умственные и физические нагрузки. В силах каждого хозяина сделать прогулку максимально полезной и приятной для питомца. В этом ролике мы подробно расскажем вам об элементах, которые делают выгул с собакой полноценным. Первый элемент любой прогулки – достаточное время на выгул по нужде. Собаке необходимо освободить свой организм от лишнего, прежде чем она перейдет к другим этапам выгула. Не торопите своего питомца, не заставляйте его сделать свои дела как можно быстрее. Собака должна иметь возможность спокойно и неторопливо справить нужду. Второй элемент – возможность для собаки свободно побегать на большой территории. В идеале такой этап должен быть у каждой прогулки с питомцем. Однако для лающих, которые проживают в черте города, он может быть не всегда доступен. Если у вас нет ежедневной возможности выпускать свое животное побегать без поводка, старайтесь хотя бы раз в неделю выезжать за город и выпускать питомца там. Для собак психологически важно чувствовать свободу движения и резвиться на открытом пространстве. Третий элемент – дрессировка. Хорошая прогулка обязательно должна содержать умственные и физические нагрузки. Старайтесь посещать во время выгула кинологические площадки и учить собаку новым командам. Любой породе, маленькой и большой, можно подобрать подходящие ее типу упражнения. Четвертый элемент – игры и общение с хозяином. Возьмите на прогулку с собакой ее любимую игрушку и поиграйте с ней в игру «Принеси». Или побегайте с питомцем в догонялке. Разговаривайте со своим лающим другом, проявляйте по отношению к нему любовь и ласку. Большинство собак воспринимают выгул как дополнительную возможность пообщаться с владельцем. Пятый элемент – возможность изучить окружающий мир. Старайтесь постоянно выбирать для прогулок животным новые маршруты. Так вы повысите интерес питомца к выгулу, ведь во время каждой прогулки он будет изучать новые места. Заведите собаки друзей во дворе. Договоритесь с соседями-собачниками о совместных выгулах животных пару раз в неделю. Так и вы единомышленников найдете, и собака сможет пообщаться с себе подобными. Наша прогулка завершена, мы вернулись домой. Ну что, Кей, тебе понравилось? О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!